Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с очень полезным видео. Хочу вам показать свою удачную покупку на Валберес. Значит, заказала вот такое вот устройство, два в одном. Это озонатор и ионизатор. Друзья, устройство недорогое, очень компактное, мобильное. Значит, где-то примерно месяца два назад я вам показывала свой домашний озонатор. Показывала его как раз в период вирусов, гриппов. Так вот, после моего видеообзора очень многие мои подписчики приобрели озонатор и потом мне писали положительные отзывы. Писали, что если теперь кто-то в семье заболел, сразу же включается озонатор, в комнате становится стерильно, болезнь не распространяется по членам семьи. Вообще у озонатора широкий спектр действия. Все это видео я вам показывала, кому интересно, ссылочку на тот видеосюжет я оставлю под видео. Итак, друзья, давайте начнем с того, как все выглядит. Устройство вот такое вот очень компактное, то есть оно мобильное, хоть куда берите, даже в поездку много места не займет. Приходит вот в такой вот коробочке. Устройство, я вам уже сказала, недорогое. Есть понятная инструкция на русском языке. Прочитав инструкцию, можно сразу же приступать к полезным действиям. В первую очередь расскажу вам про озонатор. Озонатор вырабатывает озон. Озон убивает бактерии, вирусы и устраняет неприятные запахи. Друзья, вот прям подчеркиваю, озонатор полностью блокирует и полностью устраняет любые неприятные запахи из всех труднодоступных мест. Результат 100%. Озонатор блокирует запах старости, сырости, запах табака в туалетной комнате, в машине. Я вам уже сказала, что это устройство очень мобильное. Можно его установить в машине. И если у вас салон пропитан запахом табака, вы избавитесь под ноль от этого неприятного навязчивого запаха. Если у вас есть домашние животные, озонатор решит проблему запаха мочи животных раз и навсегда. В вашем доме не будет пахнуть кошками, собаками, если будет работать озонатор периодически в вашей квартире. И одна из подписчиц к моему первому видео про озонатор мне написала, что с последней надеждой, поверив моему обзору, она купила озонатор для того, чтобы устранить запах гари в бане. У нее подгорела баня, баню удалось спасти, но обивка вся пропиталась запахом дыма. Что она только не делала, мыла стены с марганцовкой, как-то пыталась перебить этот запах, ничего не помогало. Мыться в бане было невозможно. То есть топишь баню, и вот этот запах гари становится просто удушливым. Так вот, она купила озонатор и благодаря озонатору под ноль смогла устранить этот едкий запах. Поэтому озонаторы — это лучшее устройство в борьбе вот с неприятными запахами, которые никак не дают вам покоя, никак от них не можете избавиться. То есть озонатор устраняет запахи даже из труднодоступных мест, например, из обивки бани, как вот у моей подписчицы. Итак, друзья, прибор включаю в сеть. Нажимаю, индикатор загорелся синим цветом. Начал работать озонатор. Прибор будет работать 30 минут и вырабатывать озон. Затем сам отключится. Значит, при нажатии кнопки второй раз синий индикатор начинает мигать. Это означает, что индикатор работает в цикличном режиме. То есть 30 минут работает, 2 часа не работает, затем опять 30 минут работает и до тех пор, пока вы не выключите прибор. Выключается он вот таким вот образом. Все. И еще раз, друзья, повторюсь, нет в природе форм вирусов, бактерий и микробов, устойчивых к озону. И остаточный озон, друзья, быстро превращается в кислород и становится безвредным. И вторая возможность этого прибора, он может работать как ионизатор. Для меня эта тема сейчас очень интересна, я очень много об этом читаю, поэтому если вам будет чем меня дополнить, обязательно дополняйте в комментариях. Так вот, ионизатор создает отрицательно заряженные ионы, которые притягивает и удаляет из воздуха пыль, аллергены, любые другие загрязнения. Поэтому такие приборы очень актуальны для людей, склонных к аллергии, кому уже поставили диагноз аллергик. Значит, если есть заболевания дыхательных путей, тоже этот прибор просто необходим. Я прочитала, что нахождение 1 час в помещении с ионизированным воздухом приравнивается к 3 часам прогулки в лесу. Мне кажется, такие приборы просто жизненно необходимы жителям мегаполисов, вот тем людям, у кого нет возможности погулять в лесу, наполнить свои легкие чистым воздухом, дома должны обязательно иметь такие вот устройства, такие приборы. Теперь, друзья, смотрим, как работает ионизатор. Смотрите. Нажимаю синий, это озонатор, цикличный режим, и нажимаю 3 раз, индикатор стал зеленый, это включился ионизатор.
При работе ионизатора в помещении можно и нужно находиться. Я вам уже сказала, что это очень полезно. Мы с семьей периодически спим с ионизатором. Я специально его подключаю рядом с кроватью. Еще раз повторю, что прибор абсолютно бесшумный, абсолютно никак не мешает сну. Значит, спишь и дышишь этим легким свежим воздухом. Еще, знаете, такой легкий холодок. Я думаю, что летом это будет особенно актуально. Так вот, просыпаешься утром. Голова свежая, легкая, такое чувство, что ты ночевал на даче. Среди вот природы, свежего воздуха, чистого, вот такие вот, друзья, ощущения. Дальше, друзья, ионизатор улучшает состав крови. Смотрите, вот когда ионизируется воздух, ионы через кожу, через органы дыхания проникают в кровь и заставляют эритроциты двигаться прямолинейно и упорядоченно. То есть скорость их увеличивается, они быстрее к органам, тканям поставляют кислород, и все это, конечно, ускоряет обменные процессы и улучшает состав крови. Поэтому, друзья, из моей практики, из моего опыта могу вам сказать, что ионизатор – это здоровая атмосфера в вашем доме, машине, в любом вашем путешествии, потому что ионизатор устранит при необходимости все неприятные запахи, зарядит энергией, бодростью, предотвратит аллергию и симптомы астмы, и, что очень важно, он эффективно удаляет из воздуха аллергены, пыльцу, плесень, споры, уничтожает вирусы и бактерии. У меня сейчас устройство подключено к Powerbank вот таким вот образом. Вот такое вот устройство. То есть очень мобильный получается аппарат. Можно его брать на дачу, можно брать в путешествие, можно подключить в машине. Значит, для того, чтобы прочистить стиральную машину, я кладу на 10-15 минут. Этого достаточно. Для того, чтобы провести профилактику против грибка, на 30 минут. Точно так же с холодильником. Кладу в холодильник. Буквально 15-20 минут, и все посторонние запахи полностью устраняются. Что бы там ни лежало, что бы ни случилось, вот такой вот озонатор за считанные секунды решит любую проблему с неприятным запахом. И плюс еще проведет шикарную дезинфекцию. И последнее, о чем обязательно хочу проговорить, это техника безопасности. Потому что к моему первому видео про озонатор мнения разделились. Были несколько человек, которые писали, что озонаторы вредны, озонаторы бесполезны, но большинство, слава богу, понимают, что озонаторы очень полезны, и многие писали, что пользуются озонаторами еще с советских времен. В нашей семье первый озонатор, это была самоделка папы, то есть он сделал озонатор сам своими руками, там ничего сложного нет, и пользовались этим озонатором и многие-многие годы. Была в нашей семье такая необходимость, так вот, папа сделал сам и служил нам очень долго верой и правдой. Сейчас озонаторы можно купить в интернет-магазине, стоят они недорого. Так вот, друзья, что хочу сказать про озонаторы. Когда озонируется воздух в помещении, не должно быть ни людей, ни животных. 30 минут в среднем озонирую воздух, затем на 10-15 минут открываю окна и запускаю в комнату свежий воздух. То есть после озонирования воздух в комнате стерильный. И вот когда вы открываете окна и двери, то есть соответственно за 10-15 минут озон полностью улетучивается, потому что это легкий летучий газ, он быстро уходит. А в комнату вы уже запускаете свежий чистый воздух. Вот такая вот, друзья, полезная процедура, особенно если у вас часто болеет семья, если у вас, например, есть лежачий больной в помещении, то есть озонатор просто незаменим. И он абсолютно безвреден. Вот если кто-то будет писать, что это вредно, я рекомендую углубиться в эту тему, прочитать побольше информации. Я, друзья, в этом видео хотела с вами поделиться своим личным опытом и своей полезной информацией, знаниями, вот которые я уже на протяжении нескольких месяцев черпаю в интернете, где-то из отзывов покупателей. Мои подписчики очень много оставили комментариев, которые меня заинтересовали, меня сподвигли на то, чтобы, вот, например, приобрести ионизатор. Раньше я не знала, что есть такой полезный прибор, а оказывается есть. Поэтому ссылку на этот прибор я оставлю в инфобоксе. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Почитайте больше характеристик, почитайте больше отзывов покупателей, посмотрите цену. Я покупала где-то в пределах 2000 рублей этот прибор. Может быть, сейчас цена меньше, может быть, больше. То есть, смотрите, у всех разные скидки на Валберес, я заказывала на Валберес, поэтому цена будет зависеть, наверное, от региона, зависеть от вашей скидки, ну и вообще, как бы, от личной цены продавца. Но я у этого продавца уже заказывала озонатор, и вот сейчас заказала прибор 2 в 1. Все работает, все исправно работает и очень просто в управлении. Вот для меня это было важно, чтобы вот нажал кнопочку и заработал, как говорится.
друзья, всем вам большое спасибо за просмотр. Больше информации в инфобоксе. Всем пока!